Но жила она не тужила, в огороде работала, да в лес по грибы и ягоды ходила. И был у нее один верный друг, пастушок. Гав-гав! И вот однажды собралась Настенька в сельский храм. Окна вымыла, горит в лопатке огонек. Хорошо у нас, дружок. Хорошо, наша хозяйка. Только как не поворчать? Ни куличка, ни папки. Как же праздник наш летать? Праздник мы встречаем в храме, а не дома за столом. Нас тобой Бог не оставит. Не грусти, дружок, о том. Это ребята из соседней деревни ее не забыли. Теперь можно и яички покрасить к празднику. Она
ты же ночью спать должна. Я Настеньке с благодарности нектар принесла. Она из паутины меня спасла. И дальше по дороге пошла в красивый храм. А я взяла нектару и прилетела к вам. Сколько уже продуктов проголос. И яйца, и мука, и сметанка. По-моему, можно уже что-то испечь? Кулич! Правильно, кулич! Уже давно дружу, но в гости к ней впервые я в дом прихожу. Он не богат подарок, но бедность не порог. И зимов и орехов на свою позову. Ну, теперь кулич будет особенно вкусно. Белочка, изюмов и орехов принесла для начинки. Сарафан. Крестная Настя сарафан шьет и сварит. Вот это да! Крестная Настя сарафан шьет и угощение. Теперь будет... Будет теперь в чем Настеньке праздник встречать. Вот как о Насте позаботились. Дождик босиком по земле пошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо. Когда наоборот плохо. Чей там тенек, кто в тени вьет? В доме Настенька живет, утром Миша она придет. Ой, хитрые лисицы, как тебе цыпленок не боится? Ночь Пасхи нельзя нам раздавать. Наш праздник надо всем отключить. Все должны дружить и друг другу любить. Настеньке в подарок принёс наш дружок Маша кусок, набила полосок. И лиса, и цыплёнок не стали ссориться, а принесли масло кусок на белый пирожок. Теперь, наверное, еще что-то смогут приготовить. Что? Творожную Пасху! Правильно, творожную Пасху. Я в чаще на свободе, ходить, бродить привык, но по этой ванке Насте меня прислал лесник, сказал, что уважает, и помнит он до дома, дал туфельки для Насти и передал поклон. Алиса,
Настик Ваньку подарил. Вот сколько друзей у нее оказывается. Посередине тихой, светлёной
сладкой, с нежностью, с любовью ко всем людям относись. Спасибо. Спасибо.